Доброго дня, шановні пані та панове. Ми розпочинаємо нашу веб-конференцію з наставником головної сенсації першого кола чемпіонату України, з головним тренером Донецького Олімпіка Романом Санжаром. Доброго дня, Роман Миколаївич. Ось, перш ніж ми перейдемо до питань відвідувачів сайту Export.ua, хотілося, щоб ви дещо підсумували зимові збори, чи задоволені підсиленням команди, ну і які новини з табору команди. Ну, зимними сборами, то, как мы их провели, я, в принципе, доволен, опять-таки. Но то, насколько качественно мы поработали, наверное, покажет второй круг чемпионата. В целом же, ту работу, которую планировали, мы выполнили. Теми ребятами, которые пополнили наши ряды, я доволен. Вот, но... Опять-таки, я считаю, что вот первые матчи чемпионата как бы показали то, что в нашей игре есть определенные моменты, которые нам придется подтягивать еще в чемпионате. Зрозуміло. Ну, перейдемо тоді до питань відвідувачів сайту. І перше, ну, воно не зовсім питання, таке привітання з вами і побажання. Передавайте привіт Роману. Я сам з Вінниці, тому вболіваю за тих, хто мені подобається по грі. Якось завжди подобалися команди небагаті, без пафосу, але які можуть показати зуби. Тому щоб знали, що за Олімпік переживають і у Вінниці. Дякую. Ось, а питання наступне. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, за рахунок чого вдалося показати такий серйозний результат в першому колі? Чи ви були самі задоволені ним? Ну, звісно. И я, и вся команда, мы довольны нашими результатами. Но то, почему были такие результаты, я думаю, это, наверное, благодаря тому, что у ребят была большая мотивация, большое желание. Мы вышли из первой лиги, поэтому ребятам хотелось показать себя на новом уровне и доказать то, что они тоже могут достойно выступать, то, что они... достойны и хотят, чтобы их считали футболистами премьер-лиги. Поэтому у нас была большая мотивация и, наверное, вот то желание, то самоотдача, та самоотдача, с которой мы работали, наверное, и дали такой результат. Ну, перше коло чемпіонату запам'яталось болівальникам, як ми бачимо по питанням, не тільки там гучними перемогами нічим, але й нестабільністю такою. Ну, відповідно, і питання. Почому граєте так нестабільно? В чому причина? Психологія? Тогда, когда делаю ставку на ваше поражение, вы то ничью, то победу вырываете. Против вас теперь не ставлю. Вот так. И до вас вызываются наши крестовичи. Понятно. Я думаю, это связано с тем, что я тоже задавал себе этот вопрос. И в принципе, я думаю, что вот эта наша нестабильность связана с тем, что понятно, что в первом круге нам не хватало мастерства. И те наши победы, которые мы добыли, мы их добыли за счет огромной самоотдачи, за счет огромного желания. И вот у нас с этими моментами были провалы. То есть для того, чтобы нам выиграть у кого-то, нам надо проявить больше усилий, положить больше эмоций, больше сил. И поэтому нам не хватало. Мы 2-3 игры сыграем хорошо, а затем провал. То есть мастерства у нас не хватает, а с нашими грандами, с командами, лидерами нашего чемпионата надо быть максимально готовыми и физически, и психологически. И поэтому то, что поражения такие крупные, они, наверное, говорят о том, что, наверное, мы были еще сыроваты, наверное, мы еще сыроваты. И в плане мастерства мы еще не вышли на самом деле на тот уровень, и на котором находимся. То есть в этом плане нам еще надо подтягиваться. Ну от ті матчі, котрі ви там здобували позитивний результат проти Динамо, проти Металурга Донецького, не відчувалось десь, що ці команди, можливо, десь недооцінювали ваш колектив? Я думаю, що, естественно, фактор недооцінки був, це однозначно. Вот. А ми на этом хорошо сыграли. Но с другой стороны, я думаю, каждый тренер и ребята понимают, что в чемпионате
Самое главное брать очки, наверное, понятно, там с Динамо тяжело командам брать очки, с Шахтером тяжело, с кем надо брать очки, с Олимпиком. То есть и все команды, наверное, все-таки настраивались на нас и хотели нас обыграть. Просто, наверное, они не ожидали с нашей стороны такое сопротивление и, наверное, они на этом попались. Ну от, а ви знаєте, що зараз в чемпіонаті України багатьох команд, в принципі, досить нестабільне фінансове становище зараз. От, а які зараз справи фінансові у Олімпіка? У нас все стабильно, все то, что обещает ребятам президент, он все выполняет. И как бы у нас в этом плане как бы проблем нет вообще. От чому запитався, тому що підвожу до наступного питання, відвідуючи сайту. А як керівництво клубу ставиться до таких феноменальних здобутків команди? Якісь преміальні виплачують чи просто дякують? Нет, у нас есть премиальные за победные наши матчи. Были такие матчи, после проигрышных матчей нам президент для того, чтобы поддержать ребят, давал премиальные даже после проигрышных матчей. Было и такое. Но то, что мы сейчас находимся на таком месте, то ведь прошло только полчемпионата, пока еще не за что давать деньги. Вот я думаю, если мы останемся на таких высоких местах, я думаю, что президент это оценит. Хотя это, в принципе, и не обсуждалось. Но он такой человек, что с ним не надо по этому поводу договариваться. То есть, если он будет видеть, он будет чувствовать, что ребята все вылаживаются, ребята пашут, и будет такой положительный результат, я думаю, он обязательно всех поощрит. Ось, ну а наступне питання. Ну, відповідно до того, що ви завершили все-таки на четвертій позиції перше коло, і зараз проблеми є у Чорноморця і Металіста, які в принципі складали вам конкуренцію за високі місця. Тому, в принципі, я думаю, питання досить логічне. Думаю, ви не виключали можливість потрапляння команди у Лігу Європи. Чи була про це розмова з Владиславом Гельзиним? І чи є у клубу фінансові можливості виступати на Євроарені? Вы знаете, и с Владиславом Григорьевичем был разговор, и, естественно, ребята между собой, мы все, мы разговариваем на эту тему, но, опять-таки, в нашем чемпионате и в нашей стране загадывать далеко наперед, а то, что будет через 3, через 4 месяца, мы не знаем, тяжело. Пока на сегодняшний день мы будем бороться за то, чтобы остаться на тех высоких позициях, которые мы занимаем. А самое главное, занять место это. А там уже будет дело за президентом, за руководством. Я думаю, что он справится. Ну от ви зараз так, якщо оцінювати команду на сьогоднішній момент, вона готова, в принципі, до Ліги Європи. Ви знаєте, я думаю, що нам треба доукомплектовуватися. Я вважаю, що нам треба підтягнути ще нашу гру. Почему? Потому что я думаю, что мы еще не вышли на тот уровень, который позволит нам достойно выступать в Лиге Европы. Я думаю, что в этом плане как бы еще рано на эту тему разговаривать. Но мы для себя понимаем, что мы должны быть готовы и готовиться к тому, что если мы туда и выйдем, то что мы будем делать там? Не будет же хотеться нам проигрывать там крупно и быть мальчиками для битья. Поэтому у нас есть мысли по этому поводу, и мы будем готовиться к тому, что если у нас получится все-таки туда выйти, чтобы выглядеть там достойно. Ну, я так розумію, що ви про підсилення маєте на увазі. Тому, відповідно, і наступне питання досить логічне. Здравствуйте. В первой половине сезона за Олімпік був заявлен вратарь Олексій Шевченко. Но у вас он так і не заіграв. І вже навіть вернувся в розположення київлян. Чим же вам так не підійшов Льоша? Ну, дело в том, что он пополнил наши ряды уже практически в чемпионате. Позиция вратаря это такая тоже тонкая позиция в игре команды. И я не склонен к тому, чтобы тасовать игроков. То есть мы не знали до чемпионата, как справиться Зауре Махарадзе, сможет ли он потянуть. У нас был Игорь Литовка, и поэтому мы хотели видеть в наших рядах конкуренцию и, естественно, выбирали лучших.
стартовал, можно сказать, Заури Махарадзе в первой игре. Мы проиграли крупно 4-0, но это не та причина, по которой мы его потом не ставили. В принципе, даже в тех голах, которые мы пропустили, практически и не было его вины, хотя мы проиграли 4-0. Вот. Мы пригласили более опытного литовку. В принципе, он удачно выступал, но Заур смог у него выиграть конкуренцию на том этапе. Он здорово сыграл на кубок, там отразил пенальти, еще в следующей игре отразил пенальти и, в принципе, завоевал себе место. И так как он, в принципе, наш воспитанник, мы отдавали больше ему приоритеты. Для того, чтобы я его поменял, то есть должны были быть очень веские причины для этого. И я разговаривал и с Алексеем по этому поводу, я объяснял ему, для того, чтобы тебе у нас играть, тебе надо быть, ну, лучше и, ну, на порядок лучше, чем Заури, чем Литовка. Поэтому они, он тоже старался, очень, ну, достаточно пахал, можно сказать, на тренировках, но пахали все, и Заур взял это место и, в принципе, до конца сезона его никому не отдал. Поэтому не было, ну, не было возможности, не было смысла что-то менять и тасовать. А чему он не продолжил аренду? Ну, плюс он был арендованный, это тоже имеет как бы такой немаловажный фактор. Вот. А у нас политика клуба, мы стараемся и как бы и будем стараться в дальнейшем. То есть мы с арендованными футболистами, ну, президенты, как бы наше руководство не хотят работать с арендованными футболистами. Ну, ви десь відповіли на наступне питання. Ось, ну, я все одно його поставлю вам. Здравствуйте, Роман. Хочу продолжить вопрос о Шевченко. Вот просто интересно, почему вы в аренду не берете игроков, например, из Динамо или Шахты? Вот Гаверла как затарилась. Я не говорю прям состав делать из чужих, но закрыть проблемные позиции можно. Думаю, у вас такие есть. И чьи у вас тогда проблемные позиции, да, можно было? Ну, я говорил о том, что я бы хотел видеть в команде креативных атакующих, нападающих, полузащитников, хотел бы видеть. Но с арендованными футболистами наша такая политика, мы не хотим. То есть в том случае, если действительно у нас будет очень проблемная позиция, тогда мы будем рассматривать какие-то варианты. Но изначально у нас приоритет, мы хотим работать с теми ребятами, которые пришли к нам в клуб, которые уже наши, которые не пришли к нам для того, чтобы перебыться, побыть какое-то время и своими мыслями где-то не в нашем клубе, а где-то в другом. Поэтому у нас такой приоритет, это наше видение, и мы хотим за счет этого создать в команде атмосферу, чтобы у нас был дружный коллектив. Вот. А арендованные футболисты, это, ну, я считаю, как получится. Есть ответственные ребята, которые действительно придут, и то время, которое будет по контракту, они отработают и идут. А некоторые придут, и неизвестно, как они будут работать, стараться, то есть и где они мыслями будут вообще. Поэтому мы как бы с арендованными футболистами стараемся не работать. Ну, а от зараз таке становище в українському футболі, що в принципі було на трансферному ринку дуже багато українських футболістів, які шукали просто час на полі, які шукали там місце в основному складі, і відповідно, напевно, у вас були які ви когось переглядали чи когось там шукали. Нет, мы просматривали футболистов и просмотрели достаточно футболистов. Но, опять-таки, из тех, которых мы просмотрели ребят, нам подошел Виталий Гашкадерия и Юрий Бровченко. Поэтому мы с ними подписали контракты. Они находятся у нас в команде сейчас, в нашем расположении. И в основной команде, в основной обойме готовятся к играм. А кого ще, ну, саме не на переглядинах, а кого за ким спостерігали, кого хотіли підписати, так бачили десь в потенціалі, що можна підписати? Ну, я бы не хотел как бы уже об этом разговаривать, это все в прошлом. Как бы мы этот момент уже пережили, и мы уже смотрим вперед. То есть то, что было, то есть из тех предложений, из тех вариантов, в которых мы были, мы вот
скажем так, свой взгляд остановили на этих двух футболістах, поэтому их подписали. Ну, добре, будемо разом з вами дивитись вперед і відповідно питання. Гельзе не думає в следующем сезоні завершати кар'єру ігрока? Не розговорювали з ним об этом, все-таки вже за 40. Вячеслав Григорьевич такой по своему характеру человек, он очень азартный, он загорается, и он наоборот, особенно после своего забитого гола или чего-то, он сказал, что вот у меня вторая молодость, я только начинаю, вот у меня все получается, и поэтому разговора о завершении его карьеры не было. То есть наступный сезон он также будет выступать за Олимпик, правильно? Конечно, я даже уверен. Ну, напевно, ще таке питання внутрішньокомандне. Знаю, що у вас вибір капітана як-то інтересно відбувається. Прямо як вибори настоящі. Бюлетні, комісія. Розкажіть подробніше про цей процес. Та я не думаю, що це якась там суперінтересна або там практика. Вибори у нас, ми капітана не назначаємо. Капітана вибирає команда. Поэтому раздались листочки футболистам. Мы выбирали трех капитанов, капитана и двух вице-капитанов. Каждый из ребят поставил капитана и двух вице-капитанов. Мы посчитали результаты эти все. И так выборы капитана, грубо говоря, выиграл Дима Гришко и Павел Иванов и Кирилл Дорошенко, ну как бы, стали вице-капитанами. Поэтому ничего такого сверхъестественного, это нормальная практика. И ребята сами должны выбирать себе лидера на поле. Поэтому они это сделали, а мы им в этом помогаем. Ну, щодо практики, от, за підсумками першого кола, відчуваєте професійний прогрес? Можливо, відкрили для себе щось нове, щось змінили у тренерській роботі? Ну, в любом случае, какой-то естественно, опыт приобретается, но сказать, что за этот круг что-то произошло, за первый, я бы не сказал. Опять-таки, хотелось бы пройти всю дистанцию и уже по истечении, допустим, чемпионата уже делать какие-то выводы, о чем-то говорить. Я считаю, что, ну, один круг – это слишком мало для того, чтобы делать какие-то уже выводы или о чем-то говорить. То есть можно сыграть неплохо первый круг, провалить второй, и останется такое двуякое мнение. Поэтому хотелось бы уже провести второй круг и уже потом о чем-то разговаривать. Ну а так, конечно же, каждый матч – это отдельная история, и каждый тренер, анализируя матчи, разбирая их, наверное, анализирует и свои какие-то действия, свои поступки, то есть какие задачи ставились, что было правильно, что неправильно, и, наверное, приобретается, наживается какой-то опыт. Поэтому, да, конечно же, можно сказать о том, что и я для себя сделал определенные выводы, что получается, что не получается, и... Но сказать о том, что этих выводов каких-то много, я не могу. Ну, перейдемо тоді до іншого питання. Ось тут питається про ваш колектив. Если я не ошибаюсь, то в Олимпика только главный тренер, и нету ассистентов или других тренеров. Следовательно, вопрос: не тяжело, не нуждаетесь в помощи, и это из-за того, что у клуба недостаточно денег? Ну, это ошибочное мнение. У меня есть помощники, это мой помощник Змеевский Алексей Владимирович и Тищенко Станислав Николаевич, тренер вратарей наших. Поэтому у меня помощники есть. И, в принципе, я работаю не, естественно, не один. Я далеко не идеален, у меня есть помощники, которые подсказывают мне, помогают мне. И, в принципе, не я тренер, у нас, можно сказать, такой тренерский коллектив. От, ну тоді повернемося ще до Владислава Гельзена. Дуже багато питань було пов'язаних з ваших стосунків. Ось, як вам не важко
саме переходити, припустимо, там у повсякденному житті ви, напевне, приятелі, на полі ви десь, можливо, ви керівник там колективу і ви вище, а вже в офісі, там, коли спілкуєтесь про фінансові проблеми, він директор, начальник, не важко так переходити. Да нет, я думаю, что не тяжело. Я думаю, что все-таки Владислав Григорьевич и президент, и старший товарищ, поэтому везде, то ли в жизни, то ли на поле, то ли в работе, везде соблюдается субординация, и в этом у нас нет никаких проблем. То есть с этим нет никаких проблем вообще. Ну, просто чому я запитав, тому що ось питається, чи ви можете ли ви отказати Гільзину в виході на футбольне поле? Так розумію, що мало на увазі, коли він прям ривається у бій, а ви там бачите, що принаймні зараз підсилення в грі не треба. Бывают такие моменты, но, как правило, у нас по этому поводу не происходит конфликтов, потому что во главе угла стоит результат команды, результат игры. И поэтому, если я вижу, что с выходом Владислава Григорьевича может повлияться как-то, его выход может повлиять как-то негативно на игру, в том плане, что если, образно говоря, соперник нас атакует, и мы находимся на своей половине поля, то, наверное, если президент выйдет на футбольное поле, ему тяжело будет чем-то помочь. Я об этом говорю. И, как правило, он меня прислушивается. То у нас нет, он нет такого, что я президент, я хочу выйти, давай меня выпускай. То есть такого нет. Ведь он тоже не враг своей команде, и он это прекрасно понимает. И он доверяет мне, он доверяет моему мнению, и поэтому, как правило, он меня прислушивается. Если же до игры он говорит: «Рома, я себя хорошо чувствую, я могу выйти и принести пользу», то я тоже опираюсь где-то на его интуицию и пытаюсь его где-то выпустить. Или же я знаю, что с его выходом это повлияет на ребят, у ребят будут какие-то дополнительные эмоции, и это будет плюс нашей игре, то я тогда использую тоже президента, я выпускаю его на поле, и он не раз это доказал, что он тоже и на футбольном поле приносит нам пользу. Ну, особливо голом лічильців. І ну, питається, цікаві ви як персона, і тому питається, займаєтесь ви чимось іншим, крім футболу? Чим цікавитесь? Чи вистачає часу на хобі? В принципе, свое свободное время я провожу, как правило, с семьей, встречаюсь с друзьями, то есть каких-то у меня хобби нет, я вне работы, я, как правило, с семьей или же с друзьями. Ну, ще було багато питань щодо того, як облаштувалась команда в Києві. І просто в інтернеті деколи з'являється інформація, що там команда змінить розташування. Ну, ми вже бачимо, що не поміняли. Але чи були такі думки щодо іншої локації? Нет, такого не было. Нам здесь достаточно комфортно. Во-первых, куда-то переезжать, наверное, очень сложно. Почему? Потому что все привезли уже семьи, дети пошли в садики, в школы, все сняли уже квартиры. То есть здесь мы уже обжились, то есть мы уже понимаем, что здесь за поля, какие условия у нас. И в принципе нас все это устраивает. Вот, да, сейчас опять-таки непогода, можно сказать, в Украине, и мы работаем на синтетическом поле, и в этом есть какой-то дискомфорт. Ну, сейчас такое время в стране, у нас нет нашей базы, но мы понимаем, что нам надо терпеть. Поэтому, как бы, в целом я считаю, что мы устроились достаточно комфортно, и нам здесь ничего не мешает работать и показывать хороший результат. Тобто, в принципі, можна казати зараз твердо, що наступний сезон, якщо, звичайно, все буде гаразд, ви Опять-таки, не залишаєтесь тут. хотілося б слідуючий сезон, до Ну, да. слідуючого сезону ще півгода. Що произойде в нашій країні, ми не знаємо. Поэтому поки на сьогоднішній день ми здесь, і нас все устраивает. Що буде завтра, ми вже будемо думати завтра. Ну, попереду вас чекає в прем'єр-лізі досить важка гра з Динамо. Ось, і напевно, Динамо захоче взяти реванш у вас. Ви досить сенсаційно зіграли 0-0, забрали очки у чемпіона, точніше, у
Динамо Киева. Вот и запытаются у вас перед матчем с Динамо есть дополнительный стимул от земляков, только честно. Вот про Шахтар, я так Еще зрозумів. раз. Чи є якийсь додатковий стимул від Шахтаря? В Тобто, чи... смысле финансирования? Ну, напевно, я так думаю, що це Ну, мало пока на такого нет. Пока на сьогоднішній момент такого нет. Ну, а якщо говорити про те, що ну, десь Шахтар це та команда з вашого міста, і, можливо, хочете в Динамо забрати, аби допомогти Шахтарю у Вы гонці знаете, чемпіонства? мы больше думаем о себе. Да, Шахтер, наши земляки, я сам свою карьеру начинал в Шахтере, вот, но это ни о чем не говорит. Когда, возможно, Шахтер играет с Динамо, кто-то болеет за Динамо, кто-то болеет за Шахтер, вот. Но когда играет Олимпик, мы играем за себя. По большому счету, нас интересуют дела Олимпика. То, как у Шахтера складывается или у Динамо, мы думаем о себе. Поэтому, играя с Шахтером, мы будем стараться забирать очки у Шахтера не для того, чтобы помочь Динамо. Или наоборот, мы будем забирать очки у Динамо не для того, чтобы помочь Шахтеру, а для того, чтобы заработать себе очки и выполнить поставленные перед нами задачи. И все. Ну, я підводив до того питання, що от запитують, що в принципі по рівню Динамо і Шахтар десь вони однакові, в принципі. І ось чому така різниця вийшла у матчі, що з Динамо вдалося 0-0 зіграти, закритись повністю, а з Шахтарем, в принципі, ну, досить Да провальний я матч. объясню. Опять-таки, это связано с тем, что для того, чтобы нам сыграть с Динамо 0-0, мы не на 100% своих сил сработали, а на 150. И не только физически мы положили силы, а еще и эмоционально. Вот. И просто не смогли восстановиться и настроиться, как положено на Шахтер. А разница в классе, ну, наших футболистов и Шахтера, ну, действительно большая. И поэтому они, имея внутренние силы, внутреннего духа на такую игру выйти, вот результаты отображают, то есть разницу в классе наших команд. Если бы, и опять-таки, это наш первый опыт. То есть эти матчи близко к друг другу, если бы, возможно, наоборот, мы играли с Шахтером, а с Динамом, возможно, мы бы сыграли удачно с Шахтером, а потом провалились бы в игре с Динамо. То есть у нас не хватает на полноценно равные матчи на протяжении чемпионата, поэтому мы и провалимся. И искать в этом какой-то подтекст, то есть его просто нет. Все дело в нас, мы просто проиграли, и здесь больше ничего нет. Ну, вертаючись ще до останніх новин, які ось сьогодні практично прийшла інформація, що ви були проти того, аби переносити тур чемпіонату на тиждень. З чим це пов'язано? От. А с тем, что, грубо говоря, мы рано начали чемпионат, провели уже матчи, вкатились в чемпионат, а теперь пауза практически 3 недели. Тренироваться на синтетических полях без игр. То есть и команда, естественно, потеряет игровой тонус. Тренироваться негде. То есть спарринги, это, ну, как бы есть проблема в этом плане. И поэтому то, что мы сейчас, мы, конечно, если говорить лично о нас, у нас серьезные соперники, за счет которых мы хотели вкатиться в чемпионат и дальше уже играть с командами, которые нашего уровня. А сейчас получается опять перерыв, и как он повлияет на нас, мы не знаем. Ну, раз такое решение принято было, ну что делать? Значит, мы будем выходить из этой ситуации, готовиться и, наверное, ничего страшного. Но, опять-таки, нам задали вопрос, мы ответили, как выгодно лично нам. Я зрозумів. Ну так чи інакше, з огляду на перше коло, я думаю, що у вас буде все гаразд. Від нас Дай бажаємо вам Бог. залишатися на тій позиції в кінці чемпіонату, на тій, що ви закінчили в першому колі. А вам, шановні глядачі, дякуємо за те, що ви з нами були під час цієї веб-конференції. Слідкуйте за новими анонсами на сайті Export.ua. До побачення.